творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова часто говорят как об универсальном. На его стихи, знакомые нам еще со школьной скамьи, удивительно легко пишется музыка. Поэтому гала-концерт в детской музыкальной школе номер 3, завершающий год культуры, был посвящен именно его произведениям, ставшим бессмертными не только в литературе, но и в музыке. Произведения Лермонтова стали настоящим кладезем для оперного, симфонического и романсного творчества. Многие из них неразрывны для нас с народными песнями. Очень много музыки создано на стихи Лермонтова. Буквально вся поэзия Лермонтова звучит в стихах. И в операх, балетах, романсах, симфонической, фортепианной музыке. Сам он был сверхмузыкальным, играл на скрипке, флейте, фортепиано, сам пробовал сочинять. В концертной программе заняты как преподаватели школы, так и их воспитанники. Живая музыка, рожденная стихами Лермонтова, сменяется художественным чтением. Победители и участники различных конкурсов готовы поделиться со слушателями любимыми произведениями. Меня больше всего привлекает тема одиночества в его творчестве, потому что это один из немногих поэтов, который всю жизнь искал смысл жизни, рассуждал на философские темы, на романтические и... Это вообще очень интересно, изучать такую яркую личность и замечательную классику русской литературы. Для юных исполнителей творчество Лермонтова не просто близко и понятно. Оно вдохновляет на новые свершения. Его стихи легко ложатся на музыку, легко придумывать музыку под его стихи. Также легко вообразить все то, что он пишет. Вот эта поэтичность, она напевная, плавная, каждое слово перетекает из одного в другое, и такая плавная волна, как в музыке, идет. Концертная программа получилась очень объемной и благодаря исторической части. Через творчество Лермонтова, в котором удачно сочетаются гражданские, философские и личные мотивы, слушатели могли ощутить неповторимую атмосферу эпохи рассвета русской литературы XIX века. Елена Петрова, Николай Молодёнов, новости 24, Муром.